Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам Санкт-Петербурга. Музей Рарта представляет выставку известного художника Валерия Луки, один из самых знаменитых героев петербургской арт-сцены. В конце 70-х выпускники Академии художеств Валерия Лука и Вячеслав Михайлов с Феликсом Власенковым начали искать новые средства выразительности. Я зачитываю анонс этой выставки. Творческая группа в начале 80-х стала своеобразной петербургской ветвью неоэкспрессионизма. Но вскоре группа распалась, превратившись в живых классиков петербургского искусства, современной художественной жизни. Вот посмотрите на работы, которые здесь представлены, арт-объекты. Эта выставка совпала с 75-летием автора. Представлены преимущественно работы из собственной коллекции музея, а также несколько новых работ из мастерской художника. Валерий Лука родился в 1945 году в интерманландской семье. Часть детства провел в интернате, учился в военном училище, служил в авиации в Ташкенте, занимался живописью. После демобилизации вернулся в Ленинград, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Член Союза художников России, Санкт-Петербургской академии современного искусства и Международной ассоциации искусствоведов. Принял участие более чем в 200 выставках в России и за рубежом. Работа автора находится в собраниях российских и зарубежных художественных музеев. Ну вот и все, что практически написано в анонсе. Смотрите на картины. Познакомились мы с работами художника. Посетили выставку известного художника Валерия Луки. Одним из самых заметных героев петербургской арт-сцены. Все, пока-пока, до свидания.